Репа. Классификация разнообразия. Репа относится к семейству капустных Брассикасия, виду Брассика рапа и подвиду рапа. Репа имеет множество подвидов. Пак чой, японская капуста, или салат мицуна, брокколи раап или брокколи рапини и многие другие. Все сорта репы характеризуются быстрым ростом и широким разнообразием форм. Они также бывают разных цветов. В зависимости от сорта, корни растут на поверхности почвы, слегка или наполовину закопаны. Существуют ранние сорта и сорта для хранения. Опыление. Большинство сортов репы имеют обоеполые цветки ярко-желтого цвета, но которые являются автонесовместимыми. Пыльца каждого растения жизнеспособна, но может оплодотворить только цветы другого растения, поэтому важно их выращивать группой. Следовательно, это аллогамное растение, и именно насекомые будут являться посредниками опыления. Это также означает, что любая разновидность репы должна быть изолирована от любой другой разновидности – китайской капусты, капусты пакчой, японской капусты, брокколи раапа, словом, от всех подвидов брассика рапа. Чтобы сохранить чистоту сорта, рекомендуется отделять каждый сорт на расстоянии в 1 километр. Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров, если между двумя сортами существует естественный барьер, такой как живая зеленая изгородь. Практикуют сортовую изоляцию с помощью москитных сеток, которые открывают по очереди, либо же с помощью ульев с насекомыми под фиксированными москитными сетками. Об этой технике смотрите в модуле о механической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Цикл развития репы. Существуют очень ранние весенние сорта, которые можно выращивать как однолетние. Но большинство сортов репы – двулетние. В умеренном климате их высевают в середине июля прямо в почву. Они производят семена на второй год выращивания. Семенные растения репы выращивают так же, как и репу, предназначенную для потребления. Производство семян репы осуществляется со здоровых саженцев, за которыми наблюдают на протяжении всего вегетационного периода и которые соответствуют характеристике сорта – крепость и скорость роста саженца, устойчивость к болезням.
Осенью, во время сбора урожая, отберите около 30 семенных растений, зависимо от их формы, размера и цвета. Следите за тем, чтобы не выбирать слишком большие корнеплоды, которые обычно быстрее гниют в течение зимы. Семенные корнеплоды отбирают после сбора урожая. Нельзя обрезать ни корни, ни основания шейки листьев выбранных семенных растений. В регионах с суровыми зимами репу держат в ящиках с песком, в сухом погребе, предпочтительно с земляным полом. Температура в погребе должна быть в пределах от 0 до нескольких градусов по Цельсию. В течение зимы вам необходимо тщательно осматривать корнеплоды, чтобы устранить те, которые гниют. Некоторые сорта, которые характеризуются плотной мякотью, устойчивы к холоду и могут проводить зиму в открытой почве. В регионах с мягким климатом или несуровыми зимами все виды репы можно оставлять в поле. Тем не менее, их можно защитить от небольших заморозков пленкой или 10-сантиметровым слоем почвы. Корни отбираются весной во время сбора урожая. Отрежьте листья над воротником шейкой а затем пересадите их, закапывая 2/3 корня. Хорошо полейте место посадки. Для репы, которая провела зиму в хранилище, устраняют поврежденные корнеплоды и пересаживают здоровые корнеплоды. Опять нужно их хорошо полить. Впоследствии семенные растения достигают минимум 1 метра в высоту. Желательно их подвязать к установленной опоре. Извлечение, сортировка и хранение семян. Сбор, извлечение, сортировка и хранение семян репы такое же, как и для представителей вида капусты огородной – брассика олероссия. Семена репы дозрели, когда стручки становятся бежевого цвета. Они сильно растрескиваются, то есть после созревания очень легко раскрываются и рассеивают семена. В основном стебли не дозревают одновременно. Чтобы не терять семена, их собирают по мере зрелости стебля. Вы можете также собрать растение целиком, не дожидаясь полного созревания всех семян. Чтобы завершить процесс созревания, вам необходимо досушить растение и семена в сухом и хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей. Стручки репы готовы к извлечению, когда легко ломаются между пальцами.
Для извлечения семян нужно выложить стручки на брезент или плотную ткань перед тем, как их колотить или растирать руками. Можно также наполнить стручками мешок и колотить по мягкой поверхности. При больших объемах можно стручки топтать ногами или же проехаться сверху. Стручки, которые плохо отрываются, имеют, скорее всего, несозревшие семена и будут плохо прорастать. При сортировке нужно удалить все отходы, используя крупное сито, которое удержит отходы, а семена попадут в какую-либо емкость. Потом нужно повторно просеять на другом сите, которое пропустит мелкие отходы, но не семена. Наконец, необходимо веять семена или вентилировать, продувая самостоятельно или же с помощью ветра, чтобы избавиться от мелких отходов. Важно помещать в пакетик этикетку с названием сорта, вида и года производства, потому что иногда надпись на пакетике может стереться. Хранение семян на протяжении нескольких дней в морозильнике поможет уничтожить паразитов. Семена репы можно хранить в среднем 6 лет. Этот период можно продлить за счет хранения семян в морозильной камере.